В станице Северской прошло первенство района по спортивной акробатике. Помимо наших спортсменов, принять участие в состязаниях приехали гости из станицы Динской, городов Тимашевск, Ростов-на-Дону и Краснодар. Более 200 человек. Выступления действительно поражали воображение. Сальто в воздухе, кувырки, поддержки и разнообразные акробатические фигуры. Конечно, за всей этой красотой и кажущейся легкостью каждодневный титанический труд юных спортсменов и их тренеров. Каждый номер как отдельное представление, наблюдать за которым одно удовольствие. Спортсмены Северского района вновь заняли большую часть пьедестала. Золото по программе кандидатов в мастера спорта заработала наша четверка – Иван Сафошин, Андрей Садовничий, Денис Бирюков и Давид Гамахария. В каждом выступлении парни буквально забывают о законах гравитации. По программе мастеров спорта первое место заняла и наша женская тройка – Екатерина Горохова, Мария Сколотина и Анастасия Микова. Победителей и призеров от Северского района было действительно много, всех сразу не перечислить. Ребятам предложили сделать общее фото на память и пожелали, несмотря на успехи и достижения, не расслабляться. Хотя акробаты и так не из тех, кто расслабляется. В этот же день большое количество наград спортсмены района привезли из Анапы, где проходило первенство города.